А знаете ли вы, что такое компьютер? Нет? Между тем, его называют первым в истории инструментом, усиливающим человеческий интеллект. Своего рода очки для разума. Отсюда перейдем сюда. Вот сюда. Сюда спускаемся, вот сюда. Конечно, определенно. Это должно дать большой, может быть, прогресс в нашем обучении. Может быть, но кто знает? Может быть и нет, может быть это слишком рано еще, может быть мы не подготовлены к этому, может быть наши дети будут такими черствыми, что они будут не те люди, которых мы хотим видеть, не те люди, от которых мы ожидаем, вот, чтобы они были вот такими, вдруг эта машина их просто сделает машинами. Вдруг эти люди ставят, вот говорят, подружимся с компьютером, вдруг они сами будут похожи на эти компьютеры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте еще больше свежих и интересных новостей со всего мира. Также заходите на наш сайт. Всем пока!